Борец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейх. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии. Два. Да здравствуй, товарищ Москвин. Три. Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно рейх не вмешивается в дела ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю. Бери офицера. Ах ты! Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из ордена, со Спарты, а я с красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, нет, понятно, нет. Дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Я за тобой. Давай, давай, лезь. Мать твою, сука! Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Эй, давай! Лифт уедет, дальше двинем. Двинули! Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне! Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, 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 так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка. Решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади! Давай наверх. Пожалуйста, я же...
так. А сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Нет, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего, кроме виселицы. Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Всегда. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Неизящно. Все, работаем. Что же делать? Пожалуйста, пожалуйста, я электрик. А вот отличное решение. Забить его лопатой. Очень гигиенично, вполне. Слышал? Что это? Вроде что-то упало. Штукатурка, может? Сыро тут. Нету тут штукатурки. Бетон один. Да. Ну, заключенный 130. Это вы произвели шум. Не я это. Не я. Богом клянусь. Продолжим. Заключенный 78. Вы слышали посторонний звук? Так точно. Что? И что это было? Кусок цемента, господин начальник. Заключенная кидается. Не могу знать, что смотри, господин смотри. Начальник. Ох, молодец. Даже не вякнул, гад. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычат. Он лестницу отпускает. Позвоночнику прилипло. Хоть бы чего дали. Рычат. Перебей их столько, сколько сможешь. Ничего. Нам всем все равно конец. Получится. Только подохнем все из-за тебя. Выкрути лампочку! Какую лампочку? Выверни лампочку! Не боись, не обожжешься! Не надо! Не надо! Не надо! Голову от жопы не отличишь! А все туда же! Попортить! Давай на ту сторону! Может, там выйдет подняться! Встретимся наверху! Не пуха! Стрелять за них надо! Если за такое стрелять, не с кем работать будет! Вот морду ему дай! Сначала еще подержи! Пожрать! Дайте хоть чего! Пожрать! Кормить тебя еще! Тебе ж подыхать все равно! Хоть грибов бы! Хоть крысу сырую! Поесть! Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие уродов. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... Тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что? Заплатил? А то. Ты это... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тебя нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть, гер обершарфюрер. Кто тут может?
открой, Соня. А? Что такое? Ты даешь, парень, как ты его? Да что же, наболит так? Тише, тише! Ничего, услышь ты все, глотай газ! Не хочу раз глотать. Вы молодец. Но будьте осторожны. Если вас заметят, сразу пустят газ. Спокойно, все пока, никто ничего не слышит. Да не слышно нифига. Добрался? Герой! Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Прячемся! Дай момент. Вот, так лучше. Что там? Ты кто такой? Да он это, мимо проходил, уже уходит. Давай, в шлюз, живо! Выпустите! Выпустите нас! Там наверху пульт! Можно открыть все камеры! Не могу! Закрывай! Закрывай, шлюз! Я хочу жить! Внутренний блок прошли! Теперь самое веселье будет! А вот, держи! Часы у тебя что надо? Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно! Значит так, дальше наверняка будет охрана, но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы! Ну ничего, прорвемся! Ну, поскакай! Ты иди низом, а я сверху, прикрою, если что. Особенности. Мы не можем.
отсюда надо и быстрее. Вот они их здесь и ну, поскакали. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой.